Социально-экономическая ситуация в регионе стала сегодня темой встречи Владимира Путина с главой республики Тыва Шалбаном Караоаволом. По итогам прошлого года в республике существенно вырос индекс промышленного производства. Введен в строй горно-обогатительный комбинат, который дал первую продукцию. Кроме того, началась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Кызыл, а также федеральной трассы Енисей. Вместе с тем, по словам главы региона, реальные доходы населения Тывы по сравнению с 2014 годом сократились в связи с ростом индекса потребительских цен. И сегодня же в Ново-Огарёве президент встретился с главой Бурятии Вячеславом Наговицыным. Речь шла о развитии агропромышленного комплекса и торговли соседней Монголии. Как доложил глава региона, после введения в 2014 году безвизового режима Бурятия переживает бум розничной торговли из-за приезжающих за покупками граждан Монголии. Кроме того, на встрече обсудили программу обеспечения детскими садами, а также строительство в Бурятии современного перинатального центра и детской республиканской больницы.